Я, конечно, рад, что игра закончилась уже, потому что было мне очень тяжело после двух недель на антибиотиках без тренировок. Конечно, три тренировки, которые я провел, это не очень много, чтобы быть в хорошей физике, но ребята сегодня сыграли один, мне кажется, один из лучших матчей с начала до конца. И всеми силами, все 60 минут мы просто играли на победу и матч выиграли. А как ты себя чувствуешь? Хорошо, хорошо уже. Конечно, были уже моменты в последних неделях, когда я боялся, что даже можно сезон закончиться у меня. Поэтому я очень рад, что я уже здесь обратно с моими партнерами в раздевалке. И рад, что опять в игре и буду помогать команде. Но первая же твоя игра после возвращения, ты отстоял на ноль. Видите, бывает, когда на ноль сыграете, потому что все тащит вратаря, не ошибается. Сегодня, конечно, были моменты, которые надо было вытаскивать, но, конечно, я тоже ошибался сегодня. Я все прекрасно понимаю, и над чем работать, я догонять физику. Поэтому в моментах, когда я не так сильный был, ребята меня вытащили. Пока ты не играл, ты чувствовал поддержку болельщиков, которые постоянно на соцсетях писали тебе пожелания здоровья и так далее? Да, да. Чувствовал, конечно. Хотелось бы всем огромное спасибо сказать. Было вообще невозможно всем отвечать, потому что очень много людей меня писало. И у меня не так много времени было, потому что ездил я с больницы в другую больницу постоянно. Говорю, я очень рад, что я здесь. Уже хочется играть дома перед нашими болельщиками, поздравить их. Поэтому надеюсь, все уже будет хорошо. И до конца сезона не будет никаких проблем.